Приветствую вас! С вами Сергей Корнилов. И вы смотрите видео из плейлиста на этом видеоканале под названием «Звездный календарь» от Беатрис Цейтель и Анника Гришкова. Приглашаю вас ознакомиться и с другими плейлистами на этом канале. Послание звезд от 22 ноября 2016 года. Будапешт. И вот он, выход из лабиринта. Со вчерашнего дня, 21 ноября, наше солнце в знаке Стрельца. И поэтому нас настигает душевный чистый огонь, сияющий светлым внутренним светом. Благословение этих врат исходит со звезды Орион, самой яркой звезды созвездия Большой Медведицы, которая проецирует свой луч на Луну и соединяется в северном узле Луны в первом доме. Это, похоже, несет нам освобождение из плена систем тех ценностей, которые окружали нас или возникли внутри нашего внутреннего лабиринта в прошлом. И луч этот приносит нам возможность прощения. И если мы действительно взяли на себя ответственность за глубины нашей души и послание, что мы получали, находясь в палате зеркал, тогда превращение и на самом деле может случиться. И наше стремление к возрождению может поднять нас ввысь на крыльях нашей души, унося нас к высотам неба, словно сияющий Феникс. Наши сердца и наши будние дни снова могут быть полны энтузиазма и надежды, потому что мы уже можем видеть свет в конце тоннеля. Намасте. Беатрис Цейтель и Аника Гришко. www.stellarnations.com